Сегодня в Баку начинают работу 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка «Каспиан Агро» и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности «Интерфуд Азербайджан». Экспозиция выставок развернута в трех залах, а также на открытой площадке «Баку-экспоцентр». Моя коллега Эсмира Алиева сейчас находится на выставке и выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Эльмира. Эсмира. Расскажите, как проходит выставка? Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы находимся в Бакинском экспоцентре. И здесь сегодня утром стартовала 15-я юбилейная азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство Каспиан Агро» и 27-я азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность Интерфуд Азербайджан». Сегодня утром состоялось открытие, в котором приняли участие премьер-министр Али Асадов, министр сельского хозяйства Инам Керимов и ряд других официальных лиц. В этом году данные выставки собрали рекордное количество национальных и региональных стендов. В выставке свое участие подтвердило 449 компаний из 24 стран мира. Каспиан Агро – это крупнейшая международная выставка в сфере сельского хозяйства во всем регионе. Эта выставка зарекомендовала себя на рынке как инструмент для внедрения прогрессивных технологий в агропромышленный комплекс Азербайджанской республики, также обмена опытом, укрепления деловых взаимоотношений между местными и зарубежными аграриями. Выставка собирает на одной площадке главных игроков сельскохозяйственной отрасли, местных и иностранных специалистов, а также многотысячную аудиторию профессиональных посетителей, среди которых импортеры, экспортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, а также фермеры. В этом году на выставке «Каспиан Агро» принимают участие 294 компании из 20 стран мира. И это компании из Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, США и ряда других стран мира. Среди основных разделов выставки можно также отметить средства защиты растений, животных, растительные системы, сельскохозяйственные продукты, животноводство, птицеводство, оборудование для теплиц, выращивание фруктов и растений, минеральное и биологическое удобрение, корма и многое другое. Также стоит отметить, что эта выставка стала местом встречи для специалистов агропромышленного комплекса фермеров и дистрибьюторов сельхозпродукции. Стоит также отметить, что эта выставка не состоит только лишь из презентации той или иной продукции, а также сюда входит и деловая программа, в том числе и встречи B2B. Также запланирован в течение сегодняшнего дня тур фермеров на данных выставках. Здесь также представлены возможности для сотрудничества между местными и зарубежными специалистами для налаживания дальнейшего сотрудничества. Стоит также отметить, что Интерфуд Азербайджан – это также одно из важных, значимых мероприятий для игроков пищевой промышленности. И здесь подтвердили свое участие 155 компаний из 12 стран мира. Студия. Благодарю, Эсмира. А я напомню, что с нами на прямой связи была моя коллега Эсмира Алиева, которая находится на международных выставках «Каспиан Агро 2022» и «Интерфуд Азербайджан».